Петли тоже сугроб агрят, не забывайте. Пальцы. Нужно подойти поближе. Беги, малышка, беги! Яга не заш... Шандряга. Вообще нет. Нет. Да, блять, что за хуйня? Ачивку какую-то не сделали. Пойдем фрейсу загоняем подростком. Как мы метраж почистим, пока до хрени, он как раз пойдет. 2 минуты пройдет.
Так, слышишь, чё ты паришься? Успех Ларри... Саварамса. Можно же убить три дерева. Ларри алхимика падает, ведь, по-моему, если дерево убить одно или два. Можно же дерево... Да, он варм, он же тварм, успех, он же он говорит. А, слышишь, я могу на рогу зайти. Могу сам. Не, тогда да, конечно, если хэм режим делать, то надо хил резать. Бай, я варм суспект. Давай. Диспелли этот яд. Может помогать диспелли. От грозы уйдите, Филипец, Сова, Трисия, Хопка, Норта, Кутнет. Что, она тут очень больно бьет. И гроза. Нет. Мы можем, кстати, сделать их одновременно, залить все три дерева и все. Смысл? Мы можем ачивку сделать, вот этому дереву оставить 15, например, процентов и пойти на следующего. Все равно Макгрегори. Не ваншот, нет, Макгрегори догонишь, это же десятка. Ну смотри, как хочешь делать. Просто всем рейдом идем до второго босса, да и все. Паки играем. Всем рейдом и идем, говорю. Там же да, конечно. Слишком далеко. Вытяни стража, Макгрегор. Сейчас будет очень интересно, не слакайте. Хильте Макгрегора. Топ-каст. Кстати, Славик, слышишь, это хуёвая идея, потому что на танке дебаф висит. Ну и его периодически будет сильно подбивать. То я не знаю, мы можем вайпнуться. Может слить дерево, да и все, видишь, как Макгрегора прошибает. Вот это... Просто этого древня надо в последнюю очередь. Ну, типа, да. Когда... Да-да-да, потому что он веш, он сильный. Давайте лучше убьем это, блядь. Неохота вайпаться. Кстати, сейчас будет light mode режим, если кому-то надо, можно ачивку сделать, что все равно если тут типа 3 вида элементаля в одно время слить. Вроде надо. Ну, прикольно, ачивка light mode режим, поэтому я думаю, можно ачивку сделать, кому надо. Как он называется? Вырубка, по-моему, или дровосек, как-то так, там типа 3 вида элементаля надо слить в течение 15 секунд. Сейчас посмотрим. Вырубка, вот. 2 хватополёта и так далее. Да, надо. Корни тоже слейте. Посадитесь на коне и пойдемте к другому дереву. Он в другом конце карты. Используйте.
А лучше тут не было, называют. В них не стоит вот эти лучи света. Твися, Эмбриага, Винтип. Очень большой урон у нас. Ну, типа вырубка, просто не дали слить. На время. Окей. Ребята, во время боя будет Дары и Анары вылазить, по-моему. Десятки тоже он есть. Переключайтесь, момент. Да, вот. Да-да-да, Макгрегор, тянешь. Тянешь, ага, в мелизону. Нужно защитить... Ну да-да, сейчас ждем. Да, сейчас ждем, пока вылазит. Трэш. О, нужны нам могли. До 50% я думаю надо подбить пока. Аккуратно, без масс, точечно. Всех троих под 50%. Все, хватит, хватит, не бейте. Вот клеточника давайте грозового, у него 70%, до 50% подобьем. И все, и больше не трогайте. У них мало хп, все, все, хватит. Все. Да, не стой недалеко где-нибудь, да. Не отходи далеко, тебя тоже откинет другую. И вот так вот нормально, ну. Так, в лучах света, ребята, тоже, если они появятся, не стойте. Очень много урона наносит. Вот тут луч света будет. Еще дерево слить. Под грибы, видите, растут, под грибы срочно. Забери, 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 забери слова. Большое дерево, заберите срочно. Древний опекун. Под грибы становитесь, силы. Все отлично. Под грибы всегда. Где-то идет. Дар, 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 дар. Помогите. Молодцы. Все, ждите, сейчас еще один трэш вылезет. Надеюсь, это будут элементали. Чичный подобьем. Нет. Вот эти цветки. Жесть. Вот он. Эти цветки по одному бьем, без масс, на полном серьезе говорю. Если больше двух зальем в одно время, они ваншотнут нас. Стойте, сейчас разобью. Давайте я сам буду бить. Вот стойте, сейчас разобью цветочек. Далеко не ходите, я сейчас разбью. Все, захиливайте. 5 дар слить. Вот сейчас, через 5 секунд, разобью еще одного клеточника. Захиливайте. Ага. Сейчас еще одного разобью. Все, и два остается у нас. Все отлично. Молодцы. А солью, солью. Все отлично. Ждем. Ну, сейчас скоро опять могу появиться. Вот опять.
Да, да, да. Ты ставь метки, а мы будем играть в них. Да. Дар-дар-дар-дар-дар. Отлично. Сейчас. Да, где-то так. Вообще не уешьте, тут точечная игра. Тут вообще дымак ни к чему. Я ему проклятие там кинул. Дар. Вот наш. Давайте их до 20%. Пуловых до 20-15% доводим, сводим в кучу, даем рост и заливаем их массой. Так, стоп по плеточнику, стоп, потихоньку подбивайте. Духа воды не бейте. Хватоплеточник. Все, во-во-во, давайте бьем. Давайте массу заливаем. И добивайте по им. А, мы хэмджим делали, да? О, лар есть, вообще и нормально, четко. Химик меня паролю, можно так? А, не, прикинь, слушай, у меня алхимии нету, андай это я, Андриага. Есть у тебя алхимия, Андриага? Там прикольные плюшки падают с этой херней. Ты не откроешь, если у тебя алхимии нет. Фаски ты чё? Стой тут, Андриага, стой, я тебе дам, у меня алхимии нет. Я забыл, что я не на паладине. Открывай. Мы сейчас тут её. Там фласки. А если потом открыть никак? Мне не докачанные. Ну мы фласки хотели взять. Есть у кого? Короче, будет лежать до лучших времен. Тори мы забыли. А это какой портал? Не бей сова его, бей вот, который спереди. Вот, какими ножами ты пользуешься? Острыми. Самура? Когда дебафов слишком много, вы бегаете от мобов, ну чтобы не подыхать, замедляйте их и бегайте, а рейд дольет. Ну чтобы не умирать на будущее вам. Достаточно ярости.
делать право жадности или нет? Да, без меня было скучно, правда? Защитник, по-моему, нет, давай. Защитник опасный. Можно Держи, сделать. Весь рейд будет в центре стоять, вот кружочек, видите, где я тут бегаю? Киньте ему жабу или что-то, шамана. А танк будет вот тут вот бегать, вот где я по этому радиусу. И задача у танка, чтобы защитник вот во внутренний кружочек не пришел. Потому что он очень большой урон наносит, когда крутится. Спустя там 8, по-моему, 10 секунд. Все. Званые гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Да-да-да, я по контролю моба. Лево, осторожно. По центру моба я по контролю. Это было в горах. Побежит. Что это? Где я? По центру моба я контролю, если что. Главное там приоритет защитник, и все четко будет. Сразу в него все играйте, а то он прям очень сильно бьет. Нам еще минуту ждать. Мы этот лайт режим делаем, да? Людей мало, не поубивает нахуй молнии все. Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Да-да-да. Бывайте, да-да. Рост еще 3 минуты, блин. Ребята, кто-то один из мили-зоны, уйдите, один ДДшник, сейчас начнет ваншотать молнии. Просто к стенке выбеги и стой там. Все умерешь, фрэнджи стоят. Я же говорю, там в мили-зоне было 3 человека. Кинулась, короче, молния, а ты четвертый. Я стоял сзади. Стоял, когда молния. Я понимаю, Саня, цепная молния, она идет
по цепочке, короче. Ты четвертый? Короче, я понял, я четвертый, поэтому... Да, там урон на 400% увеличен. С каждым человеком 100%, 200, 300, и ты четвертый, 400 тебе прилетело. Ты теперь честно по косаря продал. Немирон. Открытый портал, все нормально. Воображение. Ну хз? Пожарника надо, чтобы люди знали, что делать. Ой, не знаю. Нужно подойти поближе. Недостаточно яркий. Баста. Босса не спуйте, аккуратнее, без масс. Сова там стафлон не нажми случайно. Как хочешь, ведь чё, просто пожарник готов, я сразу, возможно, вайпаться будем. Потому что неизвестно там, чё и как пойдёт. Ну, все сюда бы, конечно, вообще бы идеально было. Могу на ДЦ, например, зайти. Запустили. Макгрегор пробежал сквозь него. Забирай. Дайте баф и там пристабаф. Это уже раз 15, наверное. Беги, малышка, беги! А он не варка, что ли, не слышал, что мы собирались с вами делать? Где вар? Отойди из центра, Макгрегор, тебя на мины сейчас откинет. Уйди туда. Молодец, успел. Представляю вам противопехотную штурмовую пушку VX-001. Советую поискать укрытие. Если, Славик, ты заведешь этого робота, можем ачивку получить, дружеский огонь как-то так. Штурмового мода. Вам появится все равно. Должен, по крайней мере. Вот. Из этого лучика зеленого.
Появился все-таки. Прошло много времени. Кому в голову? Нужно будет дать рост. Да в голову один ШП, Филипец или Норка сыграют. Остальные все бейте тело и низ. Милики бьют Регину и АОЕшат. И задевают все три части. А вот. Середины больше всего ХП. Два раза. Поэтому таргеты свечите между собой. Вылет. Вот сейчас ракета. Сними ракета и сейчас обстрел. В центр. Босу, босу, да-да-да. Беги, малышка, беги! Сбейте, не сбейте. Бля. Давай мне ачивку дало. Все, чёрт. Мило. Тыкните кто-нибудь на портал, присуманьте, чтобы быстрее было. Ну или он стоит рядом с тобой. Пипец, хаба там. Я отойду буквально на 30 секунд, чайник поставлю. Обнови там вару кула, который нечаянно выпил. А я на йоду нечаянно там пошли. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту Я ее заберу. Поезд-то не доедет, а я-то доеду, блядь. Чай, вот это, кстати, хорошее тоже стрэша, которым. Ну там. А поставь прилу, я забил дам тебе. Вон она тут лежит, поставь прилу. Я тебе дам ее. Две РС-ки можно-то убить, потому что, блядь, вчера-то РС-ок не было. Вчера норму только собирала эту на РС. Баш.
Сейчас трэш будет. Трэш сейчас будет. Я тогда покупаю поворот. Грегор, ты вместо того, чтобы писать, лучше бежал трэш танчил. Что-то медленно ты бегишь, уже все стоят, ждут. Мальчишки, девчонки, а также их родители. Историю от прицела услышать не хотите ли? Можно его перенесу еще раз? Не надо, слышишь, Кирилл, ебать, я тебя запомнил, нахуй, пипец. И файл зовут, может. Слайк, вы что, сейчас 10 герц сидите? На комфорте. Да, бля, я пошел в выроску пугом. Просто, блядь, я заходил уже бухуще, это было 2 часа назад, и вы такой, чё такого-то били? Ты
Алисия поймет. Таня, как у вас говорит дела? Да, какие тут? Ваша смерть возвести новую эру страданий. Ребята, за агро следите, кто и ниже бьет, как я. В смысле не бьет? Кто-то сбил. У хаба хиль нет, мана у меня. Загинуто. Не. Пизда, просто ноль маны. Тоже дебил. Да бейте вдвоем, че, вам так проще будет, и он жопу рвать не будет, и 100% убьем. Мы тут вчетвером зали. Поставьте рыбу. Есть у кого? Хаим просто одну шмотку добавляет или что в клуту? Да-да-да. Приду.
Так, пацаны, идем в 9 тел. Чек на пол. С убиваем 1.5 хп. Да, если еще для миликов собрать такую пати, типа Rock, Hunt, War, ну понял, вот эту вот всю смесь, то там, там такого уронища, это вообще жесть. Тыкните на сумку ВЗ. Сейчас гуся какого-то при сумане мы будем начинать. Не давай ему РЛ, а то шмотки будешь не забирать. Ты, это, ну, Макгрегор, ты понял? Ты, короче, не стоишь на мите, не танчишь, а ты кайтишь, бегаешь, короче, из стороны в сторону и постоянно спиной. Вот лицом смотришь на эти ворота, где сейчас выход, где портал. Спиной к боссу и бегаешь из стороны в сторону. Озноб на одного, на второго, ой, оковы точнее. И все, и бегаешь туда-сюда. Славику там помогаешь и так далее. И во власти льда, да, мы какие-то без разницы. Отбежать. Надо отбежать. Соня! Саня, Саня! Бесплатное бухло! Пися! Санёк, ёп! Я только пришёл. Скоро мы сразимся с главарём этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Вот это вам. Хопка или Филиппет. Смотрите сейчас в рейд, как пойдет этот моб. Нажмите крик, чтобы он... Забирай, забирай. О, меньше хп, дети. Переместимся, тушка идет. Ненависть и ярость направляют ваши удары.
Готовь хватку. Сзади Рейвер. Это последний урок. И за здравомыслием следите. Факт красный, садитесь. Порталы будут, подходите к порталам. Сзади два из середины. Порталы. Порталы. Меня схватило, помогите. Сзади щупальце, помогите. Помогите сзади щупальце. Я сейчас сдохнул, алло. Подходи щупок какой-то или что? О. Вообще сами шипешки. Задохнитесь собственной ненависти. Хилься, сова. Шипей сами себя хильте. Мы тут вайпнемся. Нихила не хватает. Шипы не понимают, что они, блядь, сами могут хилиться. То им надо хилить. Короче, падайте, разворачивайтесь и падайте. Пиздец, ну как вы так играете? Свой класс на 30% используете. Перед комнатой, в комнате, вы флешкой себя подхиливаете и других. Ну чего я никак не знаю, блядь, сова и 2 шп. Просто 0 хила. Вынесите сейчас на панели эту флешку и подхиливаете. Можете гимн на хп дать, в крайнем случае. Хуйня в том, что ты отсылаешь в комнату человека, который тут первый раз. Вот в чем хуйня. Ну что, не? Я на шапку могу зайти, либо буду подхиливать их, тогда убивать буду и подхилить, либо на сову могу зайти вместо демона. Собственной ненависти! Не? Заткнитесь собственной ненависти! Сова, смотри, ты помимо ДД спелок на панель вынеси 3 хила. Омоложение, красный листочек такой, потом зеленый лепесточек, он кастуется. И еще одна моментальная спелка, это личи, цвет как-то, или так называется, а жизни цвет, во. И перед комнатой накидывай на себя все эти 3 хила. В комнату забегаешь, нажимаешь звездопад, нажимаешь дубовая кожа, и начинаешь бить эти щупальца гневом. Как только у тебя становится 50%, разворачиваешься спиной, чтобы тебя не колбасило эти лучики, и стоишь, хилишь себя точечно зеленым лепесточком этим, который кастуется. Конечно. Есть робот.
Да-да-да. Почему я в демоне? Нормально, я их три цапнул. Все четко. Смотрите, когда мы из портала выйдем, из мозга, возможно, надо будет тяжелое щупальце слить, потому что свет не успеет. Там посмотрим. Сейчас в рейде будет, хватку готовьте, ДК. Только баблом можно снять или выбор. Тут двигайтесь все вместе всем рейдом, чтобы проще было десятки. Да. Справа порта. Задохнитесь. Прошлый раз слева был. Все, двигайтесь вместе. Подходите уже к порталам, кто где заходит. А кто не заходит, всегда остается, охраняйте их. Потому что щупальца не появится. Поднимайте скорее щупальца, и порталы будут сразу. Хильте себя. Хильте себя, ходки навешивайте, и порталы будут. И заходить будем. Все, заходим. Да ёканы! Задохнитесь собственной ненависти! 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 Мозг, развернулись, побежали мозг. Мало, выходите уже, слева, справа порталы. Выходим. Порталы.
четко туда в него заходим и хаотично шестеренку нажимаем. Прям очень быстро жмем шестеренку. Блять, ну уже через 15 секунд еще раз портал будет. Кто там? 10 секунд портал. Пойдем за мной. 3 секунды портал. Когда запомнил. Короче, Филипец законтролился, Норка сдох, Эндриага законтролился. Давай, иди спускай хранителей, короче, пизду. Ну тогда ищи другого хила, я ебал. Да мне похуй же. Дед, в первой комнате уже нахуй все попотеряли, попроебывали, я вообще не знаю. Трепещите, смертные! Конец близок! Лави, ты тут? Я просто вчера говорил, что... Короче, я еще один трайси, такая же хуйня, то я точно пойду, потому что это пиздец. Саня, что случилось? Короче, Лави, вчера за тебя базарили тут. Бля, ты куда-то уехал, не? Я подъебал, что ты уехал в Белоруссию, потому что у них зарплаты в миллионах тысячах. И там Виталик пришел в удел и начал рассказывать, что типа челик в покере выиграл 5,5 миллионов долларов. Фурика лучше в комнату запусти, пускай бегает. А, уже на лече, слышишь? Саня, отрися. Нахуя тебе плюс ноль здесь, вот я не могу понять. А вы еще в ульде? Вы в ульде? Я думал, вы все, ЛК пошли. Не слышно вообще, нет? А, да, Саня, слышно тебя. Рися, здорово. В комнате там не смотри в эти щупальцы, хлюпальцы, спиной поворачивайся. Слышь, Войт, нахера тебе тут плюс ноль? Шмоки на посланника. Кому там шмот на посланник? Войду, походу, типа, ебать, я думал, вы целка пошли на самом деле. В смысле, Войду? Войду не надо, хм, чтобы шмот на посланника брать. Какая там шмот? Сова, а какую сову, Славик, а какую сову ты убрал? Какая тебе разница прицела, я могу понять, блядь. Ну, ебать, там сову старпол дал на комнату, ебать, все щупальцы лежали, да. Да-да-да. Ну ты к ней тебе сбежишь, да. По порталам повтори еще раз, кто где заходит, и тут... Здесь, блядь, все в разные порталы, по-моему, в разное время заходит. Тут слайд реакция, как работает человек, голова, ебать. Я говорю, тут уж как у человека голова работает. Ты видишь, что, типа,
Там же в десятке 4 портала, правильно появляется? Я не путаю? Ну так, ебать, если ты видишь, что в твой запрыгнули, блядь, смотри по...